В Астане открыли филиал Алматинского центра восточно-тибетской медицины. Теперь и у жителей столицы появилась возможность попасть на лечение к высококвалифицированным специалистам. Кстати, персонал уже отобран. В центре будут проводить все виды анализов и лечение множества заболеваний, начиная от серьезных недугов до косметологической помощи. При этом используют врачи лекарства на основе тибетских трав. В южной столице аналогичные медучреждения работают уже 12 лет. А за это время оздоровели более 5000 больных. Кроме того, в центре активно используют методы пульсодиагностики и иглоукалывания. Сотни людей, вылеченные от инсульта, были поставлены на ноги, дети, страдающие от ДЦП. Мы решили в знаковый год для страны открыть филиал нашего центра в Астане. Это и помощь в создании рабочих мест, коллектив мы набрали новый, и подарок для жителей столицы. Мы лечим по особым методикам, не вредя своим пациентам.